Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И начинаем, как обычно, с ивента. Повторить. В плане, я должен заплатить за это 1000, ребята. Ну, хорошо. Предположим. Что у нас за задание? Ребят, я не знаю, что с игрой происходит. Иной раз заходишь, и там, знаешь, пишется «Продолжить игру», если я даже в нее и не заходил. Так, ну что, обычный зомби, там еще зомби-маг. По-моему, да, был впереди? Ну-ка, давай. Ведь мне не показалось, там был зомби-маг. О, зомби-пираты, еще не легче. Так, тихо, орех-то я не могу поставить. Орех я поставить не могу. Слушай, а мы справимся вообще с ним здесь? А? Друзья мои, справимся или нет? Я что-то сомневаюсь, что мы тут вообще с ними справимся. Хорошо. Так, ну здесь вроде бы нормуль все. Так, поставим, наверное, сюда с тобой. И вот сюда. Я не знаю, что из этого выйдет. Но здесь явно сработает сейчас газонокосилка. Вот так она сделает. Уничтожив, соответственно, зомбарей. Так, а вот это вот не надо. Вот этих вот хлыщей сюда. Ред Стингер, давай бомби по ним. Бомби, что есть мочи. Так, попробую вот так сделать. Слушай, а там-то что, как-то... Неужели прорвусь, а? Слушай, наверное, прорвусь. Ребята, уже прорвались. Влупляем. Слушай, да они оборзели. Они, друзья мои, оборзели совсем в корень. Вообще меня здесь ни во что не ставят. И просто-напросто проходят как к себе домой. Вот что я заметил. Так, ну что, кого нам тут с тобой подбить? Ну, я даже не знаю. Давай здесь, наверное, попробуем. Лучом пробиваем, пробиваем. Все. Ну что, прошли. Остается нам забрать с тобой наши любимые пиньеты. Оу, лилипоур. Так, солнечный фасолькин и 1000 голды. А можно мне еще разочек сыграть? Довольно неплохой ивент. Так, а что, переиграть нельзя? А, нет, можно. Давай-ка еще одну партийку сыграем. Блин, тут вся проблема только в пиратах, я думаю. Почему-то они меня очень здесь сильно нервируют. Ставим сюда. Где там наши следующие пираты? Там и здесь, короче, везде, да? А вот плохо, что здесь их сразу несколько. Мы можем не справиться. Да нет, хотя вроде бы все пока отлично. Вроде бы. Если это можно назвать отлично. Так, а если я вот так сделаю? Хм... Пройти не прошел, да? Так, сделаем тогда вот таким вот с тобой образом. Так, ну здесь подбиваем, отлично. Вот где у нас с тобой, так сказать, проблема. Именно наверху. Так, мы уничтожим с тобой этого, в принципе, должны. Подбили, отлично. Вот здесь, на этом рядку, еще надо будет поставить. И, в принципе, все. Так, влепляем сюда. Теперь сюда поставим. Так, мы успеем их пробить-то здесь, а? Или что они там делают? Что они там колдуют? Объясни-ка мне на милость. Вот эти вот маги. Что они делают? А? Я не могу врубиться. Так, секунду, сейчас я кое-что здесь сделаю. Вот так вот. С двух сторон сразу всех. Ну вот и все. Остается забрать награды и смотреть, что дальше нам делать. Так, цитрон, бумеранг и опять же 1000 голды. Окей. Контини. Ну и продолжаем. У нас сегодня будет арена.
Об этом тоже не стоит забывать. Так, а Пенни Пурсует у нас с тобой обновилась в конце концов или нет? Или все так же на том же месте? Так, давай-ка заберем награды здесь. С удовольствием. Так, еще гемы. У нас ивент какой-нибудь новенький есть? Давай-ка посмотрим. Опачки. Семена на Power Lily. Ну что, это хорошо, это меня радует. Давай сыграем по-быренькому с тобой. Разве я откажусь когда-нибудь проходить ивент? Да, конечно же, нет. Ох, ёпарса ты. Забористое начало, да? Цитрон. Сразу сносит, ребята, все эти надгробия. Так, Power Lily. Спасибочки. Давай сюда поставим. И наверх. Вообще великолепно. Чуть-чуть влупляем по полной программе. Так, слушай, подожди-ка. Давай, наверное, так сделаем. Великолепно. Блин, мне даже не знаю, на что тратить еще. Давай сюда. И сюда. Все тут заминируем. Сюда, сюда, сюда. Ребят, перебор, по-моему. Я тут все абсолютно минами завалил. Тут нет свободного места, прикинь. Да, это, конечно, мы тут с тобой сделали, да. Смотри. Просто все свободные ячейки забиваем. Все, я считаю, что это самый-самый легкий уровень. Практически ничего не надо было даже делать. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Одну стадию прошли. Нужно еще 4. Поехали. Что на этот раз? Ну, короче, ты понял, да? Мы будем здесь с помощью Power Lily справляться с зомби. Угу. Ну, тут орехи, я не знаю, зачем. Только не говори, что я должен одними орехами здесь бомбить. Вот. Это совсем другое дело. Лазер бин. Лазер бин. Power Lily опять выпадает. Даже не знаю, что и сделать-то. Ну, бомбанем, чё. Так, тихо, там Гаргантюах опять, да? Выпендривается. Все, минус Гаргантюа. Так, Power Lily будет еще или нет? По-моему, не будет. Нет, будет. Так, влупляем здесь. Подожди-ка, вот сюда вот. Да-да-да-да-да-да-да. Вжариваем. Здесь тоже вжариваем. Ага. А вон там-то у меня нету. Вот теперь есть. Вылупляем. Так, стоп. Это, конечно, все, блин, хорошо, но... А не кажется ли тебе, что это перебор? Power Lily, давай. Вылупляем. Скажем... Это какой-то небольшой переборчик все-таки здесь. Что тут скрывать? Но в любом случае все, ребят, мы с вами здесь прошли. Тут уже газонокосилки, как говорится, их уничтожат всех. Но... Потому что, ну, другого варианта просто нету. Могу вот так вот еще сделать, но... Вау, подбил двоих сразу. Ну, отлично, ребята. Вторая стадия пройдена. Но она показалась мне немножко сложнее. Потому что лазербин, в принципе, он бомбит неплохо. Просто Гаргантюа слишком жирные. Переходим с тобой на следующий этап. Следующий этап подготовки к завершению. Так, здесь зомби обычные, да? С Дикого Запада. Плюс с горшками на голове. С котелками, я бы так даже сказал. Power Lily. Так, лучше всего, конечно же, на огненного дракона ставить. Так, сюда влепим. Куда? Куда вы там разогнались? Хотя,
Ну да, пора влуплять. Опа, видишь, как хорошо. Сюда влепим. Так, пускай пока их тут жарит. Вау. Там вот уже, слушай, их много. Там уже их много. Давай-ка, наверное, вот сюда теперь зарядим. Че, все, доплясались там танцоры? Не, вот здесь вот, кстати, не очень мне нравится обстановочка. Окей. Блин. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Танцы-шманцы. Так, вот здесь нужно влупить. Вот здесь вот. Окей, предположим. Так, а здесь уже жрет. Но не съел. Что, влупляем? Походу, да. Норм. Так, и, наверное, вот здесь. Замечательно. Так, ну что они там... Пляски, да, все дела. Мне нужно еще одно удобрение. Вот оно. Так, куда бы... Наверное, вот сюда, ребят. Эй! Замечательно. Ну и последнее. Скорее всего, вот здесь просто сделаем. И все. А, еще волна, ребят, еще одна волна. А я-то, блин, обрадовался. Так, ё, посмотри, сколько их тут. Как думаешь, уничтожим, нет? Ну, если повар Лили, конечно, нам даст свою удобряшку, то им тут крышка. Тут уж им ничего не поможет. Все, ребята, разобрались. Это круто. Ну что, забираем с тобой монетки и переходим на предпоследнюю миссию. Предпоследняя миссия, да? Четвертая. Давай глянем, что тут нас поджидает. Ну, опять же, Дикий Запад и, по-моему, городские, да, там у нас? О, пока подождем. Потерпим мы с этой фасольки с тобой. Вот сюда вот поставим. И куда бы еще? Ну, давай здесь. Сейчас он съест. Ага, повар Лили. Слушай, ну тут понятно все, да, что надо делать. Вот таким вот образом. Сейчас мы здесь с тобой вообще все засыпем. Если здесь будут обычные зомби, которые ходят, то все найс. Так, куда бреха? Так, подожди-ка, вот так сделаем. Ну, я считаю, что тут все, тоже, ребята, все будет легко и просто. Мы сейчас тут всех поуничтожаем. Окей. Так, сюда мину, сюда фасоль. Да и что тут происходит? У них шансов здесь вообще нету. Ни единого. Просто будут погибать здесь один за другим. Давай сюда поставим. Повар Лили. Ну, естественно, мы с тобой можем мины задублировать. Еще. И еще. Все. Последние, ребята, зомби идут на нас. Ну, что тут им вообще светит? Да ничего. Тут взорвутся. Тут погибнет, тут тоже взорвется. И здесь тоже. Все. Проще простого. Но все равно первый уровень, мне кажется, был самый простецкий. Там мы просто через... через мины все прошли, короче. Остается последний у нас с тобой. Прыжок, рывок. Поехали.
Пятая ступень. Пятое испытание. Ну и получим пиньяту. А уже что в ней, фиг знает. Ну, пор лилии там должна быть, 100%. А вот здесь вот похуже. Так, капельки. Оу. Слушай, мы же не должны их потерять. А там прыгуны. Я, кажется, понял. Я понял, что мы должны с тобой здесь сделать. Замораживать. Замораживать. Но это предположимо. А вот как... Подожди-ка. Заморозка, это все понятно. Но как мне бомбить вот этих вот, которые здесь находятся? Бумерангами, что ли? Они же, по-моему, стреляют, да, вперед и назад? Или я что-то путаю? Нет, ребят, я ничего не путаю. Все так и есть. Замораживаем. Так, стоп, подожди. Да ну хорош. Твою же налево, блин. А не слишком ли у вас много здесь, а? Сейчас ребята тут, по-моему, проиграли. Надо было, знаешь что, применить нам с тобой хотя бы одно заклинание. Оттолкнуть их просто-напросто. Ну я... Что-то я растерялся. Да и на самом деле как-то слишком чересчур они здесь, конечно, намудрили. Особенно тут и прыгуны, и такие, и сякие. Как хочешь, так и выпендривайся здесь, да? Ладно, давай попробуем еще разок переиграть. Видишь, в чем проблема здесь? Да-да, именно вот в этом, ребята, и проблема заключается. Так. Скидываем, короче, их отсюда. Сейчас они тут со своим... Угу. Так, стоп. Вот опять. Опять за свое, а? Причем так быстро бегут. Оборванцы эти. Ты посмотри на них, а? Да у меня не хватает. Ну. Ну это перебор. Тьфу. Как, извини меня, как здесь вообще можно это, блин, пройти? Чё за бредятина? У меня денег уже нету, все, я сфылил, ребята. Чушь полная. Как быть? Ну давай еще раз последний попробуем. Ну не пройду, ребята, будем с вами во что-то другое играть, потому что, ну, денег нету. Че мне толку вот от этих вот? Если не смотри, они начинают... Вот. Смотри. Как вот ты хочешь сказать, чтобы я здесь, я не знаю... Все, и сразу фейл. Нет, ребят. Выходим на карту с тобой. Это чушь полная. Тут надо очень много денег, 10 тысяч где-то, чтобы мы могли с тобой просто откупаться. И все, по-другому никак. Так, вскроем с тобой пинеты. Так, ага, грибок. И что еще? И цитрон. Окей. Что-нибудь еще тут у нас хорошее есть? Ну? В плане ежедневок нету, да? Ну и фиг с вами. Так, теперь мы по ним сходим, посмотрим на Penny Pursuit. Что-нибудь там новенькое есть или нету? И, конечно же, арена. Так, ага, ребята, у нас с вами новое...
испытание. Так, 600 монет. Здесь попробуем с тобой пройти. Авось прокатит. Я, правда, немножко сомневаюсь. Так, что у нас тут? Выберите. Что это вот такое? Я не знаю, ребят. Давай попробуем. Что это за... Ох, йоу, еще и этот. Еще и бегун, а? Кардиолог фигов. Ну и что? Как мы тут с тобой будем делать? Так, наверное, через рис. А будет сложно, да? Будет сложно нам с тобой здесь как-то драться против них. Так, мина. Я не знаю, наверное, нужен нам еще будет подсолнух. Начнем с подсолнухов с тобой, да? Хотя я тут, по-моему, у нас вышел. Бегут уже. Ты посмотри на них. Что это? А, правильно, я думаю, что они там застряли все. А ну-ка, иди отсюда. Фасоль. Толкани их. Этот убегает. Капуста, бомби. Так, нам, мне бы не помешало, знаешь что? Слушай, ну мне здесь, в принципе, не очень-то и долго. Надо продержаться всего лишь. Фасолина, давай, толкни их всех назад. Отлично, так, теперь ты. 30 секунд осталось подождать. Блин, этого как-то Гаврюшу надо вальнуть. Ну хватит уже, а. Оттолкнули. Слушай, я же могу что сделать? Вот так вот. Так, остановились. Так, он все равно, он все равно прет, он лезет. Да, ребята, мы с вами прошли. Продержаться надо было просто время и все. Окей. А здесь у нас что? Так, 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 ну здесь гемы. Я лучше, конечно же, за монетки, ребят, поборюсь. Потому что я знаю прекрасно, что за гемы даже не стоит туда лезть. А 800 монет все-таки. Ой. Защитить магнитики. Я не понял, ну вот это что дает нам? Хилющий перк. Заморозка. Так, антигравитационный перк. Ну, я не знаю, давай попробуем, наверное, вот этот, ребят. Ох, ё. Ох-хо-хо. А я все потратил, да? Может быть, вот так, если сделать. Потом вот так. Слушай, там очень много врагов сильных. Сделаем с тобой вот так и... Не знаю. Попробуем вот таким вот образом. Магниты эти еще защитить надо. Защитить магниты. Вот скажи мне, зачем, зачем я его взял, а? Если только вот этих ставить. А смысл? Смысла я не вижу в этом. Минки сюда поставим впереди. Только лишь ради того, что они дают энергию. Вот и все. Только лишь ради этого. Так, толкануть его, наверное, надо. Угу. И вот эти вот с тобой. Гипногрипп у нас, короче, здесь еще будет помогать нам. Ну, это если что. Так, гипногрипп, давай, пора. А этого-то, чё этого-то не уничтожили? Эй. Успел выставить. Так, вон там, друзья мои, король.
Король кислый щей, да? Там появился. Упс. Что нам нужно делать? Вот так вот. А ну-ка. Взрываем там всех. Ну, пока вроде бы все хорошо получается. Так, опять они бегут, а? Назад, конечно же, их. Риса. Побольше риса нужно. Опа. Давай, 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 мои родные, бомбим. Вот там мне не совсем нравится, что происходит. Видишь? Успели, да, все-таки? Ох! Друзья, Гаргантюа явился. Почему не сработало отталкивание-то? Ну-ка. Все, друзья мои, мы прошли. Так, у нас улучшается перк. Континь. Так. Сколько там еще испытаний-то, кстати, у Пенни? А, мало. Окей, ну что? Попробуем с тобой заработать, а? Была, как говорится. А, была, не была. Фигли, у меня же нету этих растений сразу, которые идут под ультой, под удобрением. Что там уничтожить? 50 могил? 50 могил, да, значит. Ну, тут, наверное, знаешь, что нам надо? Наверное, вот это. Хотя нет. Лучше солнечную энергию. Так, что у нас там? Зомби-маги. Подсолнух я не могу взять. То есть энергия у меня ограничена, получается, да? Угу. Так, маг 100% будет гипнотизировать. Это понятное дело, никуда он не денется. И как тогда нам быть? Тут еще эти клоуны. Слушай, и этот цветок. Короче, полностью мне запретили использовать любое растение, которое дает энергию. Понял? То есть эти у меня ресурсы, ну вот эти вот солнышки, это все, что у меня есть. Ха. Ну что, мину? Я не знаю, мину. Можно еще, конечно, взять. Даже все мяты мне запрещены. Все мяты. Так а что же тогда? Ну, морковку я не буду брать. Лук. Ну, пускай будет лук, хорошо. Это единственное, который у нас остался под удобрением. И все, вроде бы. Сумрачную катапульту возьму. Ага, вот еще что у нас есть. Ну, попробуем. В чем я очень сильно-сильно, ребят, сомневаюсь. Раз, два, три. Этих поставим сюда. Так. Блин, пойдут маги. Естественно, они все это уничтожат. Само собой. Ну, попробуем, посмотрим. Что у нас тут получится? Рыцари поперли, да? Йоу, тихо, подожди, а что так много-то этих? Что-то многовато, по-моему, мне кажется. Надгробие именно, да. Так, с этим разберемся, с этим разберемся. Все, тут кто подходит к нам близко слишком, мы их быстренько в гипноз. И они помогают нам уничтожать, видишь, эти... надгробие. И это круто. Это очень круто. Давай еще поставим с тобой рис. Если что, у нас с тобой есть лук. Лука мы можем любого здесь, ну как сказать, ну не прижучить, но по крайней мере вот так вот сделать сейчас. Хоба. Понял, да? Мысль. Видишь, они
останавливаются от этого несчастного запаха. От запаха лука. Не нравится он им, вот и все. А ну-ка, бомбим. Взрыв. Где взрыв? Вот он, взрывчик. Так, мне вот не нравится там маги эти. В принципе, и все. Хотя нет, еще волна будет. Да, еще волна, ребят. Ну-ка. Ну, не знаю, как вам, а по мне так лично очень даже круто. Круто мы здесь справляемся. И вот этот гриб, который переманивает зомби на нашу сторону, это вообще круто. Да, дорого стоит, но он стоит на самом деле этого. Так, вылупляем. Вылупляем. Шикарно, согласись. Ой, на зомби ушло отсюда. Все, ребят. А, маг остался. Маг выпендривается, смотри. Сейчас взорвется. Есть. Так, еще один зомби оклемался. Все, обратно пошел. Ну, я считаю, что это классно. Мы с тобой заработали еще 5 повар-лилий. Можно, наверное, еще пройти испытание, да? Энергия пока есть? А, нет, все, кончилось. А что так быстро-то? А, ну да, 3 по 5, 15. Вот и все. Раз, два, три. Только интересно, почему здесь вот высвечиваются зеленым, здесь вот нет, а здесь снова да. Почему вот это вот не высвечивается, а? Непонятно. Так, ну что, забираем с тобой и наши гемы. Окей. Так, зайдем тогда на огород, потому что у нас слишком много было трат, надо все обратно засадить. Что у нас тут? Ну, в принципе, ребят, неплохо, я вам скажу. Две, конечно, ромашки как бы не очень в тему. Так, давай их в первую очередь поливать, потому что они по времени очень дорого стоят. Так, с этим справились с делом. А теперь вперед на арену. Что у нас там с ареной? Давай посмотрим. Сколько мне вообще нужно подбить еще кубков? Так, 6 перчаток. Осталось 4 дня, а кубков 259. То есть еще 41 кубок, да, и мы с вами получим 100 растений. 100 семян на липкий рис. Конель против меня, да? Воу, тут босс. Так, смотрим. Нет, такая команда не надо. Слушай, я забыл, что я брал сюда против этого босяры. По-моему, мы брали с тобой мины. Мины. Так, тут у нас... Ага. Наверное, вот так, так, так сделаем. Так, и... Заморозка здесь, да? Здесь замораживающие чудики. Тогда придется взять что-то с огнем связанное. Это будет, наверное, вот так. Но эти с факелами тоже бесявые, да? Попробуем. Точно не помню, какую здесь лучше, ребята, испытывать колоду. Но сейчас попробуем то, что у нас с тобой есть. Так, ты будешь ставиться? Окей. Так, давай-ка, наверное, парочку поставим сюда. Норма. И вот этих вот. Замечательно. Так, и пару рис. Ну что, запускаем, смотрим. Угу, босяра тут как тут. Явился, не запылился. Наверное, электрический нам нужен тоже будет с тобой. Энергии солнечной дофигища. И это круто. Блин, против летающих. Ай-яй-яй. Вот против них-то я что-то как-то и не подумал.
Так, мы его под гипнозом отправили обратно. Полетел, да? Во своясь и паренек. Что? Ох, просто взял и раздавил. Целый ряд, ребят. Просто целый ряд. В никуда. Жарим. Так, выставляем сюда. Здесь все должно быть по нормальку. Так, ну что? Взрывы, взрывы, взрывы. Еще раз взрывы, ребята. Очень много взрывов надо. Ах ты, смотри, что делает. И у него у гаденыша получается, главное, что. А меня это не совсем устраивает, эй. Так, куда бы бомбануть? Давай сюда. А как он, интересно, вот здесь вот прошел? Не понимаю, что происходит. Так, ну-ка попробуем гипногрипп. Да какой же, говорю, гипногрипп, а ты... Куда же ты врубаешь, а? Ребята, мы с вами проиграем. Я не могу понять, я не могу вспомнить, точнее, что здесь нужно. Какие лучшие команды здесь нужны, вот что. Не могу я вспомнить. Рис, не рис. Ну что такое мощное? Вот знаешь, что что-то мощное, а что, не помню. Этот просто идет и просто сжигает все мои растения. Ты представляешь? Хлопец этот. Тут еще и гаргантюаха появился. У него уже 3 ляма, да ну нафиг, как так может быть? Я не знаю, друзья, как такое может быть, но вот у него 3 ляма по очкам. Уже 4. А я только лишь 2 ляма зарабатываю. Да что же тут происходит, а? Как быть? Что-то как-то не клеится. Вообще не клеится игра, ребят. Я посмотрю, что у него там за отряд. Мне кажется, такого быть не может. Почти 6 лямов. Ну-ка, покажите ко мне. Я знаю, что я поиграл. Че они мне свистунка-то здесь? Ребят, ну это чушь полная. Ты посмотри. Вот этим вот он хочет сказать, что выиграл. Нет. Не, может, не мог таким, такой вот колодой выиграть. Вообще ни о чем. Слушай, я единственное, что думаю, может быть, гипногрипп этот убрать. Как-то он не особо мне здесь хорошо помогает. Да и мины тоже мне здесь не особо помогают. А что? Что здесь можно взять? Этих, которые отталкивают, можно было бы, в принципе. Вот с шариками. Как быть с шарами? Так, убираем, убираем, убираем. Я не знаю с шариками. Ну, предположим, я поставлю этот. Горохострел огненный. Сомневайся. Давай возьмем так с тобой. И последний, кто у нас будет? Кто у нас был? Кто у нас появился из последних? Катапульт у нас нету, да? Нету. Этого что ли? Да не хочу я его. Не знаю. Может быть, конечно, боулинг влепить сюда. Давай возьмем его, посмотрим. Ну, мне кажется, это не то. Катапульты. Так, если мы, например, вместо боулинга возьмем, знаешь, что с тобой? Если здесь рис и этот. Сумрачная катапульта, тогда возьмем вот это вот растение. Поехали. Опять же, не уверен. Опять же, не уверен, что здесь все у нас получится как надо. Так, рис. Сюда поставим сумрачные. Сделаем вот так. Поехали, смотрим. Без мин, конечно, тоже очень паршивенько будет.
Ну, активируем. Так, то, что энергии-то, это, конечно, хорошо, очень много ее. Так, давай отталкивать их. Так, начинается, да? Начинается вот это вот. Так, отталкивай, отталкивай их. Блин, а эти, которые летят, на них бесполезно, ребята. Отталкивание ставить. Активируй. Ну-ка. Так сделаем. Ну что, бомбим? Бомбим. Теперь сюда. Опять? Оу. Вот это он прожал. Вот это он, ребята, прожал. Пробежал, как говорится, да? Через моих всех. Назад. Активируем. Так, секунду, рис. Рис нам нужно с тобой, наверное, скорее всего, да? Давай, сделаем. Так, они опять похищают, а? Мою энергию. Ну, почему, блин, ты запарил уже, а, парень, тебе не кажется так? Опять, почему опять фейлимся? Да что опять не так я делаю, а? Вот объясни мне. Что не так? У меня все нормально, ребята. И тем не менее мы проигрываем. И опять почти на лям. Как это понимать? Я не знаю. Что не так? Все, все вроде бы нормуль. Но им почему-то не нравится моя тактика. Ты долго будешь мне нервы компенсировать? Там бомбит он, а? 18 секунд. Нифига. Что-то не то. Так, мы с тобой все гемы страим здесь. Я тебе скажу. Опять, считай, 4 ляма. Да что не так-то, ребята, я не могу понять. Да не может он вот этой вот своей фигней меня разнести. Причем почти на лям. На полтора ляма. Хорошо. Еще разок, если, ребята, опять проиграет, то это, я тебе могу сказать следующее, что у него персонажи сразу даются под ультой. Вот и все. Другого здесь варианта нету. Только лишь потому, что у него под ультой сразу все растения, и он начинает бустовать. Потому что не может он, какие бы ни были сильные команды, такой отрыв, как 1,5 миллиона, это значит, я вообще ничего не должен был делать. Вот в этом случае тогда будет такое, ну, как сказать, промежуток. Так, что у него там? Пушки. Боятся они снарядов. А что у нас по снарядам? Давай посмотрим, кто у нас. Ага, вот это вот они боятся. Так, что еще у нас? Кокосовая пушка. Ну, горохострелы, да? Кукурузы боятся. Что-то я сомневаюсь, что они ее боятся. А капуста тоже относится к... Ну да, это катапульты, короче, получается, да? Ирис катапульта, да. А сумрачная катапульта тоже, получается? Нет, это не пушка. Хм. Банан. Банан, банан, банан. И все? И все. Ну, я не знаю, ребят. Ну, давайте попробуем вот такой вот командой. Сыграем.
Так, ну что, боулинг. Сюда выставим. Боулинг плюс кукуруза. И кокосовые пушки. Не знаю, зачем они здесь мне нужны. Но посмотрим. Да мне опять кажется, фигня это все полная. Ну-ка. Пока, наверное, не будем ставить, да? Потерпим чуть-чуть. А вот теперь влупим. Ну и что? Что-нибудь такое чудесное-расчудесное ты видишь? Я не вижу. Они как шли, так и шли, эти зомби. И все им пофиг. Вот что я вижу. И ничего не помогает против них. Это я тоже вижу. Так, подожди, вот пушка, может быть. Давай сделаем так. Ну-ка, активируем. Влупляем здесь. Съел ты, понял, он в наглую просто поедает. Он проходит и съедает все на своем пути. Началась вот эта вот давка, а? Вот же хлыщ, просто раздавил все мне. Давай кукурузу. Так, удобрение. Да влупляй ты уже. И вот здесь тоже влупляй. Ну а здесь... Не, не справляется. Так, врубаем. Поможет? В упор не вижу, чтобы тут что-то помогло. Говорит, усиленная атака, да, по ним? Где она? В каком месте она усиленная атака? М? В каком, блин, месте? А вот скажи мне, она усиленная атака? Я не вижу. В упорище не вижу. Как они проходили, так они и проходят. Вот и все. Ну давай, бомби уже. Так, опять он там, да? Ну-ка. Бомби. А здесь опять прошел. А здесь вот опять прошел. Вы зомби, вы достали, вот серьезно тебе говорю. Пробегает им пофиг на все. Да, выиграли, но это, потому что противник был слабый. Вот и все. Вообще слабенькие ребята. Так, ну что, 4 пиньята мы с тобой зарабатываем. Так, грибок. 10 штучек. Морковочка, понятно, тоже 10 штук. Это вторая пинета, третья. Так, солнечный томат. И киви. Киви-бист. Угу, ладно. Давай еще убедимся с тобой. И, наверное, 6000. На каком я там месте-то? Вообще где-то в низинах. Просто в низине. Памш против нас. Ну, давай посмотрим, что за памш. Я оставлю пока такую же колоду, друзья. Не буду ничего менять. Погнали. Так, как у нас тут было? Вначале боулинг, да? Потом что? Потом кукурузы. Боулинг, кукурузы. И две пушки. Или как, вот так вот. Ну, пускай, предположим, будет вот так. Зомбос несчастный, а?
Что, разогнаться, что ли, собрался? Я не понял. А ну-ка. Эй, погоди-ка, погоди-ка. Ты... Как вы так быстро-то появились здесь, а? Ну-ка, бомби по ним. Прекрасно. Пока, ребята, все прекрасно, все хорошо. Начинает опять меня бомбить. Так, пушка, давай, наяривай. Вот здесь надо сделать таким вот образом. Оу, они теперь наверху. Они теперь наверху меня нервируют. Посмотри. Давай так тогда влупим. И вот таким вот образом. Что-то я не понял, там замораживает кто-то, да? А у меня нету огня. А я не смогу растопить. Это плохо, ребята. Ну. Бывает, что есть мочи. Бомби по всем, кого там видишь или не видишь. Пушками будем бомбить. Так, кукуруза. Выходи. Ой-ой-ой, прям из-под ног, ребят. Прям из-под ног вылазит. Жесть какая-то, посмотри, что происходит. Сюда бомбим. Ну. Давай сюда еще врежем. Так, так, так. И вот эти вот тоже пускай отыграют свой предсмертный бой. Куда ты там прешь? Ну вот этот же пока вот замер. Ну почему вот его не подбить-то, а? Вот он стоит в опупении. И нет же, нифига, ничего подобного, да? Внизу почему-то аж три пушки. И все. Ну давай, 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 давай сюда. Так, и что еще? Вот так вот сделаем. Не успел я нифига сделать. Да, печалька. Причем огромная. Так, сюда. Бомби, стреляй, расстреливай их там всех. Даже не на кого уже ставить. Ну. Жестко. Было, ребята, очень жестко. Опять же, победа из-за того, что мне дали слабого противника. Только лишь из-за этого. Ху. Трындец, 6 тысяч голды. Ну, это неплохо, на самом деле. Так, сколько мне нужно там? Слушай, еще 29 кубков. 29 кубков, ребята, и мы получим с вами семена. Три перчатки. Слушай, ну я в любом случае это доделаю. Пускай не сейчас, точнее не в эфире, а за кадром это 100%. Потому что вы устанете просто смотреть, как я тут буду драться. Угу. Ну что, будем проходить? Блин, не знаю, ребята. Тяжело, тяжело, не поспоришь. Но рискнуть можно. Или подкопим немножко денег. Сколько там у нас? 6 дней будет длиться, да? То есть успеем. Успеем. Так, ты у нас польешь вот этот цветочек. Все. Ну что, дорогие друзья, я, наверное, буду на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.